Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии открытия конкурса профессионального мастерства «Столярное дело» среди школьников города Великого Устюга и Великоустюгского района. С приветственным словом на сцену приглашается заместитель директора по учебной работе Ангелина Геннадьевна Башарина. Добрый день, уважаемые гости, участники профессионального конкурса, коллеги. Действительно, конкурс профессионального мастерства должен проходить в образовательной организации профессиональной. И сегодня мы с вами встретились здесь, чтобы показать свои силы. Сегодня очень сложная миссия у наших участников, но они уже победители. Их предоставила школа на этот конкурс как самых лучших, как самых сильных, как самых умных. И мы надеемся, что все у вас получится. И сегодня вы покажете знания, которые вы приобрели в школе. И неважно, какое место вы займете, тот опыт, который вы сегодня получите, он ценнее любого места. И очень приятно, что не перевелись еще на Руси наши мужики, которые умеют работать и топором, и стамеской, и пилой. Ни пуха вам, ни пера. Пришло время представить наших конкурсантов. Под номером 1 Югов Евгений, средняя общеобразовательная школа номер 1 с углубленным изучением отдельных предметов. Под номером 2 Щепеткин Роман, средняя общеобразовательная школа номер 9. Под номером 4 Капустин Демид, гимназия с углубленным изучением отдельных предметов. Под номером 5 Малышев Константин, Галузинская средняя общеобразовательная школа. Под номером 6 Пестовников Дмитрий, средняя общеобразовательная школа номер 4. Под номером 7 Ершов Дмитрий, средняя общеобразовательная школа номер 2 с кадетскими классами. Дорогие ребята, а кто вам помогает в выборе профессии? Кто учит вас творчеству, терпению, делится с вами секретами мастерства? Кто они? Это ваши наставники, учителя технологии. Попов Борис Анатольевич, Галузинская средняя общеобразовательная школа. Протасов Анатолий Владимирович, средняя общеобразовательная школа номер 2 с кадетскими классами. Магиевский Николай Юрьевич, средняя общеобразовательная школа номер 4. Магиевский Максим Николаевич, средняя общеобразовательная школа номер 9. Иванов Никита Владимирович, средняя общеобразовательная школа номер 1 с углубленным изучением отдельных предметов. Батаков Владимир Николаевич, гимназия с углубленным изучением отдельных предметов. Слово предоставляется командиру штаба студенческих отрядов Вологодской области, выпускнику Великоустюгского политехнического техникума Евгению Викторовичу Минюхину. Добрый день, дамы и господа, я рад вас приветствовать в этом замечательном зале. Сам был выпускник, сам являюсь выпускником уже 7 лет, как я закончил это учебное заведение. Сегодня в нашем техникуме впервые состоялся районный конкурс профессионального мастерства среди обучающихся школ нашего города. Участниками конкурса стали ученики средних образовательных учреждений. Это школы 1, 2, 4, 9, Галузинская школа и школа-гимназия. Конкурс представляет собой выполнение практического задания. Это изготовление табурета.
За качественным выполнением работ следит строгое и компетентное жюри. Пожелаем им удачи! Якутская земля всегда славилась своими мастерами, и, судя по качеству изделий, значит, нам очень приятно, что среди таких молодых участников, вернее, все молодые участники являются мастерами своего дела. И мы надеемся, что на следующий год этот конкурс у нас повторится, значит, и вы будете представлять свои школы, может быть, даже команды от школ будут участвовать, и в дальнейшем вы будете представлять на конкурсах профессионального мастерства не только Великоустюгский район, но, может быть, и Вологодскую область. Я желаю в дальнейшем всех творческих успехов. Всем еще раз участникам спасибо. Всем наставникам огромная благодарность. И всем и участникам конкурса, и наставникам, и готовившим этот конкурс дальнейших творческих успехов. Всех благ. Спасибо.